Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, сегодня я хочу попробовать дойти до 140-й миссии и завершить, наконец-то, ивент. Тут у нас остается всего лишь одна победа, и мы получим с тобой вот этот вот сундук. Ну что, энергия есть? Поехали. Кто у нас тут? Снеговик. Ну, это понятно, в общем, я думаю, здесь мы справимся. Вот такая у меня команда в данный момент. Поэтому поехали валить эту куриную лапу. Так, ну-ка, хорош. Разогнались, я смотрю, уже, да? Так, робот упал. Так, ну что, пока все вроде бы замечательно. Малышок этот идет. У нас есть молния. У нас есть яд. У нас есть стрелок, который сейчас будет пидичь строчить, как из пулемета. Танкуля, естественно, ну, наш цветочный дедуля. В принципе, все. Да, я думал, что здесь будет пожестче. Ну что же, прошли. Получаем с тобой сундук. 5 гемов. Тут у нас Пузи. Почти ничтожный Джоу. Пиратский Ром. Ольга Натыкательница и Стрелок Полли. То есть, если мы еще 4 карточки получим, да, мы с тобой сможем его прапать. Ну что же, забираем главный сундук. Смотрим. Вау, 2000 монет. Спасибо. Так, кстати, друзья мои, у нас появляется новая карта. Причем легендарная. Можно мне на нее глянуть? Это, если не ошибаюсь, краб. Так, кстати, вот что я еще получил. Бернадет. Скорость движения очень быстро, скорость атаки быстро. Превращает двух героев противника в радиусе. Ага, в зомби. Ну что же, я думаю, что есть смысл ее проверить в деле. Но мне нужно посмотреть, где же эта легендарная карта новенькая. Так, вот у меня еще появился. Ага, паучья попка. Это пока, ребята, я за кадром пытался пройти ивент. Специально оставил, чтобы был последний поединок. И при вас его прошел. Да где же? Ага, вот он. Лоренцо Крабас, вот кто это. Что же он, скорость движения быстро, скорость атаки очень медленно. Атака отбросит противника назад, атака повредит всех противников вблизи. Представляешь, чтобы его хотя бы один раз апнуть, нужно 5000 монет. Да, серьезные наценочки. Так, а мы сможем? Конечно. И Янси нужно прокачать, это как бы мой основной танк. Так что, ребят, тут даже не обсуждается. Вордуш Дупи. Ладно, давай прокачаем. Опа, вторую звезду получает. И что же у нас тут? Призывает специального питомца после смерти. Но это я видел, что он призывает. Кувшин. Вот стоит ли нам брать этого? Атака 560. Скорость движения быстро, но вот скорость атаки очень медленная. Даже и не знаю. Вот молнию, наверное, я все-таки качну. Так, какой уровень там у нас получается? 12-й. И можно дальше прокачивать. Ну что, теперь, друзья мои, тут, кстати, нужно активировать. Сундучки набил на арене, тоже за кадром все это делал. Ну что, переходим с тобой на арену. Цель 140-я миссия. Так, посмотрим, что у нас тут. Кузнец. Так, тут у нас Полли, опять эти цыплаки. Что же нам тут менять надо? Наверное, я уберу молнию, скорее всего, отсюда. Потому что, ну, тут не так уж много быстрых карт. Давай проверим, блин, 7 энергии стоит. А этот вообще 8. А кто у нас до этого стоял здесь? Дай-ка мне сил вспомнить. Кого же я менял? Так, вот, вот. Иди сюда. Ну что, начнем, как говорится, пробный забег. У него, смотри, все карты эпические, все абсолютно. У меня танк не эпический, нифига. Но я думаю, это мне не помешает. Так, приступим потихоньку. Давай, уничтожай. Отлично, шикарно. Надо сюда яд
плеснуть. Кто там у него выйдет, фиг его знает. Ну и начинаем, как видишь, потихоньку бомбить. То есть все, сфейлился парень. Так точно. Довольно легкая победа. Мне нравится. Так, сундучок. Ну, тут, естественно, очень мало нам будут давать денег. В основном идет опыт и мистер Остроносый. Так, умножать ничего не надо. Переходим к следующей миссии. Это у нас 132-я. Ага, Пузи, Хилка, Танк, Пиратка. Пиратка, а кто, интересно, мощнее? Мой, как говорится, призыватель душ или их пиратка? Это можно увидеть все в поединке. Вот единственное, что Пузи мне не нравится. Есть, конечно, Дед Цветочный. Ну, давай проверим. Ах ты. Ну-ка. Ой-ой-ой, вот это зря сделал. Зря. Это же надо было так... Пиратку он, конечно, не вовремя позвал. Да и вообще что-то тут как-то фиговенько все у нас начинается. Я предлагаю вызвать, наверное, стрелка. Как ты думаешь? Давай начнем. Так. Естественно, он сейчас начинает вот этих всех мелких призывать. Оно и понятно. Давай. Так, ну кузнеца мы сейчас ушатаем. Нормуль, и в принципе. Кто ты такой, Марат? Короче, Марат его звали. Против нас он ничего не смог сделать. Куранок. Я, кстати, ребята, как-то дрался на арене. Куранок был какого там 25 уровня. С таким огромным тесаком. Короче, он меня сделал. Ну что, переходим на следующий поединок. Здесь у нас монетки, да, будут даваться. Слушай, он стал играть чисто за роботов. Причем два танка, можно так сказать, да? Плюс дальник, скорость и кактус. Я вот думаю, мой Янси против этих танков выдержит. Если выдержит, то это будет хорошо. Зато у него нет ни одного заклинания. Это нам на руку. Естественно, он не сможет контрить. А мы сможем с тобой вот так вот делать. Пакости, так сказать, да? Ну и, естественно, нам здесь понадобится... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо, блин! Естественно, нам здесь понадобится еще и стрелок, ко всему прочему. Без него просто никак здесь. Что он делает, этот заводной робот? Ага. Сдулся этот робот, короче. Давай, цветочный дед. Вот чем мне нравится дед, что после смерти он оставляет какую-то клумбу. И пока враг ее не разобьет, он не дотронется до наших, как говорится, героев. Ну, я думаю, что Арена Мастер тут проигрывает. Когда, кстати, вот это вот написано, Арена Мастер, это значит, что мы играем с ботом. А когда есть никнейм, опачки, вот это обязательно нужно умножить, если такую возможность мне дадут. Ну-ка, дают. Так, давай. Ну, смотри, у нас с тобой 3285 монет. Давай-ка мы апгрейдим, кого можем. Ах ты, тут 4000 нужно. Хорошо, давай тогда посмотрим, что у нас вообще есть. И кого стоит? Может быть, Пузи? Или шамана? Или вот эту вот девочку-гоблина, Музи? Нет, ну надо прокачивать того, кем ты пользуешься, да? Кем ты играешь. Так просто тратить финансы, я думаю, что это невыгодно и не нужно. Ладно, пока не будем ничего делать. Что у нас тут? Ёк-макарёк, опять эта курица противная. Блин. У него огонь, у него ярость. Слушай, я тут с одним отравлением вряд ли смогу что-то сделать. Курица. Так. Ну, я, конечно, попробую. Я попробую. Потом уже будем с тобой делать выводы. Но вряд ли. Вот против этой охламонки мы с тобой вот этими юнитами сможем вырулить. Что-то я не то начал делать. Вот. Он ее призвал. Естественно, мы ее
Так, а этот хиляется потихоньку. Ну, дохилялся, а вот и курица. Пубух. Взорвалась. Слушай, ну мы с тобой берем преимущество. Уже. Так, сделал поджог. Допустим. А если я вызову стрелка? А мне, наверное, не понадобится. Все, друзья мои. И на самом деле я ожидал такой игры, довольно напряженной. А видишь, все получилось простенько. Так, телепопка. Показать все. Ну что, идем на следующий поединок. 135-й. И здесь у нас разыгрывается сундук. Ага, у него тоже есть цветочный дед. Плюс Альфред. На этом чувак каменный голем. Слушай-ка, такая довольно специфическая команда у него. То есть есть танк, цветочник, стрелок, не забываем. Дальняя пушка и вот этот мелкий охламон. Ну что же, практически на равных мы идем. Не знаю, у меня, правда, вместо вот этого робота... О, твою налево, что делаем-то? Ладно, давай цветочного позовем. А, он тоже позвал его. Янси, выходи. Йоу, ты смотри-ка, что он сделал. Ты смотри-ка, что он сделал. Да-да-да-да-да, я так и понял. Я так и... Блин, я не понял, а что это он такой? Он бессмертный, что ли? Посмотри. Упс, а вот, ребята, и проблема. Мне нужен обязательно стрелок, как можно быстрее. У него же есть какое-то заклинание? Ты бич, минус пушка. Так, опять идет цветочный дед. Сейчас мы его должны раскурочить. Ну... Да, вот это, конечно, жестко, что он, у него массовая атака. Нахлобучили. Слушай, все. Тогда получается ему крышка. Полный контроль. У меня стрелок стоял сзади, бомбил. То есть никто бы в любом случае не вышел бы у него. Так, 20 опыта, бумзи, наивный буба и лечение. И лечение. Ну, эта карта пригодится, ребята, для тех, у кого очень много танков в колоде, чтобы он сразу их мог отхиливать. Вот эта вот карта вредина. Я думаю, ты понимаешь, да? То есть этот ураганчик сметает всех к нашему персонажу. И хорошо, что у него нет яда. Обычно еще выливают сразу яд, и все персонажи, которые стоят на этом яде, погибают. Ну, а мы с тобой начинаем движуху. Арена мастер, то есть это у нас големый бот будет выступать. Иногда здесь вставляют реальных персонажей, которые сами не играют, но за них играет, ребята, тоже бот. Так, я не помню, что это тут. Боксер какой-то идет. Хорош. Всякие бумзи тут лезут. Вот-вот-вот, давай-давай-давай-давай. Да, вот это противная штука, конечно. Серьезно? Слишком быстро, мне не нравится. Это очень подозрительно. Так, друид алкоголикс. Ну что, едем далее. И уже 137-я миссия. Так, я смотрю, у него какой-то легендарный механический дракон здесь есть. Заморозка. Ну что, а, еще и ярость, ко всему прочему. Упс, ярость под вот этих скоростных, да, он хочет, наверное, применить. 100% именно так он собирается сделать. Вот-вот-вот-вот, смотри, 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 что происходит. Блин, это... Ёк-макарёк. Так, что нам надо? Нам надо с тобой брать стрелка. Стрелка! Вопрос в другом, блин. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ты смотри, что творит, блин, а? Фига он меня тут, конечно, ребята. Вот этого я не ожидал, если честно. Хорошо, гаденыш ты такой. Блин, а я ведь все равно не смогу поменять, да? Сейчас противник сменится. Чего вы меня сюда перекинули? Нет, противник не сменился. Амин, да, значит? Ну что, Амин? Ты напросился? Возьмем, наверное, с тобой
Что это за бред? Сейчас мы с тобой здесь подкорректируем маленько. Специально сделаем колоду против скоростных. Так, дед цветочный, иди сюда. Шаман сюда. Так. И вот теперь надо прокачивать. Что там у тебя? Ударит 4 случайных противников на поле брани. Неплохо. То есть тут нужно делать тотальный контроль. Можно было бы взять тоже, конечно, пузи этого. Но мы сейчас посмотрим. Так, стрелок. Стрелок-то здесь, наверное, пригодится. Наверное. Ага. Танка, наверное, быстро запинают. Отравление, да? Отравление, если брать, то вместо кого? Вместо молнии, наверное, скорее всего, нам придется это сделать. Так, где же отравление? Можно, кстати, взять замедляху. У нас же есть с тобой замедление? Есть. Да, блин, карты в наличии. Вот так, наверное, надо делать, и все. Чтобы не искать лишние. Где у нас заклинание? По-моему, на самом верху, да, они находятся? Слушай, ну пиратка, в принципе, могла бы здесь неплохо зайти. Даже не знаю. Отравление вместо молнии. А может быть, все-таки еще и молнию взять? Нет, пока проверим. Вот на этой колоде. Поехали. Не забывай, что у него заморозка. А, дед еще этот. Ё-моё. Точно, друзья мои, у него этот дед еще есть. Блин! Ну-ка. Ё-моё, он же сейчас меня достанет. Вот этот вот работека. Упс. Дорого, блин, стоит эта барышня. Я вообще ничего не успел. Она 8 энергии, оказывается, стоит, друзья мои. Ну, нет. Ее меняем. Чё-то я не посмотрел-то на ее ценник. Вот так вот тогда сделаем. Можно даже вот это взять. То есть замедляха, длительность 7,5 секунд. И стоит всего 2 энергии. Ха. Ну-ка проверим. Наконец-то хоть какой-то, ребята, противник достойный у нас тут появился. Сейчас будем тестить с тобой замедляху. Ну-ка. Вроде как работает, да? Дед, ты тут нафиг не понял. Оу-оу-оу-оу. Да чтоб тебя, этот парализует, что ли, гаденыш, а? Блин, что-то мой танк здесь не справляется. Еще вон тот, он вредитель, дед старый, ханорик, мелкий. Мешается. Давай замедляху. Нет, что-то не канает, друзья. Даже с замедлением. Он, смотри, одного за другим высылает и все. Одного за другим. Так, хорошо, давай тогда сделаем другую колоду на команде 3. Танк бесполезен. Оставляем молнию. Берем яд. Берем замедляхи. Нам надо уничтожить как-то в первую очередь вот именно этого легендарного дракона механического, который выходит. А, там же еще и старик. Там еще и старик, который стреляет и переманивает на свою сторону, да? Наших бойцов. А что, так дешево стоит? Он так быстро его вызывает. Так, секунду, давай вот этого, наверное, деда еще позовем. Поехали. Будем бомбить, ребята. У него еще и заморозка, которой он, кстати, не пользовался даже.
Так, здесь замедляху сразу врубаем с тобой. И вот так вот делаем. Да чтоб тебе. Давай, 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 рубани. Есть. Есть-то есть, ёб просто. А дальше-то что? Давай замедляху, наверное, врубим. Ну ты будешь выходить-то, ёб просто ты. Вроде бы все нормально, ребят, но не успеваем теперь именно по картам. Ну ладно, давай что-нибудь другое теперь придумывать. А почему так? Что, из-за стрелка? То, что так дорого? Да я бы не сказал, что очень прям дорого. Ладно, давай возьмем тогда шамана. Возьмем шамана и... Ну что, пузи что ли прокачивать, блин? На 10 уровне, ребята, он что делает? Он отравляет всех противников. Ну что же, ладно, пускай будет отравлять всех противников. Вместо кого? Вместо молнии. Я молнии практически даже не успеваю, ребята, воспользоваться, если честно. Вот так вот. Двигаемся. Главное вот этого уничтожить. В первую очередь. В самую первую очередь. Нужно именно его уничтожать. А, вот он, ребята, применяет все-таки заморозку. Да выходи ты, господи, старикан. И вот начинается, короче, вот эта вот фигня. Отравил, но хотя бы здесь отравить он успел. Что он там делает? Ярость? Ярость активировал, да? Вот почему мы проигрывали с тобой. Он активировал ярость. Блин, он теперь заморозку врубил, а? Дед, ты запарил, там уже бомба. Не могу, блин, ты прикинь, не могу справиться и все. Чё за фигня? Чё происходит, а? Активирует, короче, ярость, и под этой яростью он начинает там офигенно бомбить. К тому же я не могу врубиться одного. Как он быстро, очень слишком быстро вызывает вот этих вот. Давай, короче, я тогда сделаю следующим образом. У меня здесь есть тоже этот чувак с розочкой. Вот он. Поставим его сюда, к примеру. Да? То есть у нас с тобой получается как бы тоже скоростная команда. Но у него есть дед, именно который издалека бомбашит. Который издалека бомбашит. Плюс, ты не забывай, идет роботека. Яд. Но яд нужен здесь. Только его нужно выставлять сразу же. Желательно на начальной стадии. Как только появляется и выкладываешь яд, так там и техломоны побегут. Давай тогда сделаем так вот. И вот так вот. Видишь, что он делает? И вот в этот момент нужно обязательно, ребята, дождаться какого-нибудь, я не знаю... Какого-нибудь. Во-во-во, он активирует ярость. Блин, я пока этого шамана дождусь. Ну вот, еперс, это началось. Опять он под своей, да? Ты достал что? Нет, не получается. Не получается у меня. Да-да, я сам в шоке, друзья. Я сам в шоке от того, что здесь происходит. Почему так?
Замедляхой я тоже не успеваю воспользоваться. Вот этот робот, я слишком много на него трачусь, которого он вызывает. Слушай, Альфред, блин, он 9 энергии стоит. Ну чё, старая школа? Он будет бомбить, надеюсь, будет бомбить. 7 энергии. Но все равно, рано или поздно, ребят, найдем мы ключик к этой команде. То, что он заморозку еще применяет. Причем ты видишь, да, что по категории выиграем или проиграем, у нас идет больше к выигрышу. Ну давай проверим, протестим. Вот, видишь, что он делает? Заморозочку. Да ё-моё, ну давай, ну. Так, шамана позовем. Сейчас будет заморозка, да, скорее всего? Чё, он сразу с удара, что ли, бомбит? Нет, нет, показалось. Ну все, сейчас главное деда нам нужно самое главное уничтожить. Шаман, ты будешь сегодня что-нибудь делать? Смотри, 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 что творит. Давай, шаман, ё-моё. Вот, 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 вот он активировал ярость. Робота. Робота он позвал. Так, я попробую сейчас, знаешь, что сделать? Вот так вот. Я надеюсь, у нас с тобой получится. Главное, чтобы он не переманил. Да ну нафиг. Да ты запарил, ёб твою медь. Ты что делаешь, блин? Козлина, блин. Слушай, этот хлыщ меня запарил уже. Ну посмотри. Старый алкоголик этот, блин, который там стоит, бомбит со своими стрелами. Придурок, блин. Как он меня запарил, а? Ну и, вот что вот прикажешь делать тогда против него, блин? Я вообще не знаю. Просто заколебал. Офигею, блин. Так, сейчас будем с тобой вызывать тогда вот эту в первую очередь. Она будет бомбить. Должна она здесь нормально выкрутиться, ну. Прожарила. Издалека пускай вот так вот наяривает. Все, да наяривалась, блин, издалека. Начинается. Не забывай, что он опять... Да... Ну и бред, а. Он опять, да, вызвал этого хмыря деда. Шаман, ну до чего ты слабый, а? Не выходит ни шиша. Этот старый хрыч меня просто выводит из себя уже. Просто выводит и все. Именно тот деревенщина, который там бомбит издалека. Вот этот вот. Просто вымораживает. Поехали. Может быть, нафиг этих скоростных? Потому что, ребята, от них как бы, ну, толку я что-то не вижу, может так сказать. Нет, не канает. Как он так нафиг быстро свою армию клепает? Я не понимаю, вообще моментально. У меня почему-то есть откаты какие-то, я не знаю. Он шпарит одного за другим и все. Менять шамана. Шамана надо менять, мне кажется. Вот этого. Он слабоватый как-то у нас получается. Шамана менять. Можно, в принципе, взять стрелка. Опять же, дорого стоит.
стрелка. Замедляху. Так вот сделать. Потому что от него толку, ребята, здесь нету. Все равно он не успевает там пробежать, его зафигаривает. Сейчас попробуем тогда на замедляхе сыграть. Уж не знаю, что у нас из этого получится. Давай сделаем так, замедляху. Видишь, что он там вытворяет? Этот, как всегда, начинает глюкогенить. И вон этот старик издалека начинает бомбить. И в итоге что? И в итоге, блин, фейл. Я не знаю, блин, пипец. Кто у нас есть? Кто у нас есть? Я не знаю, может быть, скоростной какой-то. Может быть, пиратка. Пиратку можно взять. Что еще? Кто у нас из стрелков? Дед, ты как? Готов пострелять? Ну, у него маленький дамаг. Может быть, вот эту взять? Может быть. Кто-то нужен из ближников, и чтобы очень хорошо бомбил. Вот этот, в принципе, неплохо. Но опять же, этот вшивый, как его там? Вшивый дракон. Я его не успеваю бомбануть, вот в чем проблема. И если бы мы его уничтожили, вот этот вот костяной, который выходит. Может быть, замедляху врубить? Вызвать этого замедляху? А смысл? Блин, я шамана не поменял. Давай посмотрим. Ну, пупсель-вупсель, блин. Поехали. Так, старый хмырь-алкоголик там, да, у нас? Сейчас посмотрим. Так, тут замедляху я специально активирую, друзья. Так, шамана. Так, этот хмырь уже не успевает ничего, да, пострелять. Да неужели? Нашли, блин, лазеечку. Трэш. Офигеть. Да, сколько, ребята, попыток было. Дофигище. Фу, ну, главное, получилось. Так, переходим на 138-ю миссию. Ну, здесь, смотри-ка, кто у него. Здесь я, наверное, вернусь к своей основной колоде, наверное. Блин, надо было раньше это делать. Вернулся. Так, давай смотреть. Естественно, здесь замедляху. Плюс отравляху. Опа! Так, значит, у него стрелок есть. Твою налево, у меня стрелка никакого нету. Да чтоб тебе. Ну, понятно тут, короче. Вообще не моя команда, и вообще она не предназначена здесь для этого. Моя основная команда — это номер один, вот. Поехали, будем именно за нее играть. Так, омар, стрелок. Естественно, стрелка надо сразу вносить. Это ядом. Поэтому ставим с тобой яд. Сейчас это будет своими массовыми атаками, естественно, бомбашить. Взорвался. Так, стрелок нам нужен, да? Подожди пока, со стрелком со своим. Сейчас позовем.
пламя применил. Так, вызываем стрелка. Ну и все. USN отдупляется. Что и требовалось доказать. Сундучок. 6 монет. Какие-то крохи дают мне. Опять друид алкоголикс. Двигаемся дальше. Остается у нас там... Ага, 139-я миссия. Ахмед. Что-то мне это знакомо. Колода, предназначенная на скорость. Блин, вот этот дед бесит. Где же он вообще его находит, а? Ой-ой-ой-ой-ой, не то сделал. Абсолютно не то, ребята, сделал. Да угомонится этот хмырь или нет? Вот так вот. Начинаем, короче, их там прижучивать. В плане. Так, минус. Давай-давай-давай, минус. Минус. Так, вызываем деда цветочного. Ну и, в принципе, сейчас должно все нормально пойти. Единственное, что нужен нам стрелок. Стрелок. Добежать бы до него еще. Ага, добежали до деда. Все, раскромсон пошел. Ну, тогда кранты этому Ахмеду. Наверное. Хотя еще не факт. Яд, и все будет окей. Да. Здесь получилось довольно быстро. Я думал, опять будет какая-нибудь заварушка, но нет. 7 монет, 20 опыта и опять друид алкоголикс. Че они мне так любят его давать, а? Так, ну что, переходим с тобой на последнюю миссию, 140-я. Кстати, у нас уже 341 гем. Ну, тут, я думаю, никаких проблем вообще не будет. Тут обычные. Обычные персонажи. Заклинаний, как ты видишь, у него нет. У меня, кстати, тоже нет заклинаний. А, нет, яд. У меня яд, что-то я про него забыл. Ну что же, поехали. Все будет по стандарту, друзья. Все будет по стандарту. Не понял, это кто там? Кто там хиляет их? Это вот этот, что ли, мелкий? Как его, лепрекон, блин? Похоже, да, именно он. Эй-эй-эй-эй, что-то у вас тут, по-моему, слишком много как-то скопилось. Ну-ка, дед. А, арбалетчик. Я думаю, что там такое-то? Что там происходит? А там оказывается... Блин, смотри, а он делает на себе защиту, которую нельзя пробить. Пи-бич. Минус. Ну все, мы его тут начинаем потихоньку прижучивать. Да не то, что потихоньку, а уже конкретно прижучили. И все, друзья мои, Арена Мастер 3014 отдупляется. И это дает нам возможность перейти на 100... Какую? 41-ю миссию? Опа, а вот и сундук. Такой ничтожный сундук. Ты серьезно? Ну что, друзья мои, запрыгиваем в портал. Ну, это еще куда ни шло. Так, домохозяйка Анжела, заброшенная Музи, мистер Остроносый. Так, голова попка 1-0 и огненный столб. И это все, да? Так, мы открыли с тобой новую главу. И как ты видишь, здесь новые у нас персонажи. Вот он этот дедулечка, да, значит. Хотелось бы, конечно, его здесь получить. И вот эту харту хочу получить. В принципе, курица тоже неплохо была бы. Ну что же, я очень рад. Я очень рад, что мы здесь оказались. Что у нас тут показывают. Что у нас тут в картах. А то, что я могу прокачать, но у меня не хватает финансов. А здесь, видимо, могу взять сундук бесплатно, да? Точно. Немножко денег и немножко гемов. Это все у меня стоит на открытии. Клановый сундук потихонечку копится.
В клане, наверное, ребята, нужна уже зачистка, потому что... Вы сами видите. Давно я не заходил. Легионер, слава. Ну все, друзья мои. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.